Новый инвентарь на Барвихе. Как вам? Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я немного нестандартно начал этот видеоролик, и скорее всего они также дальше будут начинаться. В целом, если посмотреть на весь этот инвентарь, то можно сказать, что Барвиха, ну, как-то сдала позиции, что ли, в данном случае, потому что до этого у них вроде все такое, знаете, на такое современное выходило, на нарастание какое-то вот всего вот этого потенциала было, потому что Барвиха вроде как это такой, знаете ли, конкурент Black Rush, потому что больше КРМП серверов, я не знаю, там скоро должен быть Brilliant RP, или он там уже открылся, или там вот что-то такое подобное происходит. Но если в целом на все это посмотреть, то, разумеется, инвентарь выглядит как какой-то, я не знаю, там для детей, что ли, как какой-то детский утренник, как будто бы все это, я не знаю, в Paint'е нарисовали, а в фотошопе добавили внешнее свечение. И сейчас вот это вот инвентарь на Барвиха РП. Я не знаю, то есть все как-то выглядит не особо. А как тут что надеть? Где, допустим, персонаж? Где там вот это вот все прочее? Где все это? Я не особо понимаю. То есть, может быть, вы где-то все это видите? То есть, ваше имущество, автомобили, настройки, обмен с игроком. Там, а как мне все это надеть на моего персонажа? Где иконка моего персонажа? Я тут, знаете, не хочу как-то вот это вот все черную рекламу, черный пиар, вот это вот все прочее делать, но в целом на Аризоне все это выглядит понятно. И вообще на любом проекте, не только на Аризоне, просто я, знаете ли, играю на Аризоне, поэтому привожу пример с нее. Просто на Аризоне все это выглядит, так знаете, более лучше, более как-то презентабельнее, более нормально. Тут я просто не знаю, вот хочу я, допустим, надеть панаму. Вот я надеваю, а как мне понять, куда я ее надел? Что произошло на голову, там еще куда-то, то есть на Arizona RP и на любом другом проекте, то есть виден персонаж, на которого ты все это надеваешь, а тут не видно вообще ничего, то есть я вижу сзади то, что есть Сбербанк, да, вот это вот я вижу, меню игрока, а инвентарь, ну просто я не знаю, то есть почему-то на каких-то элементах внешнее свечение оно больше, на каких-то оно меньше, может быть просто цвета более ядовитые, но вот допустим на вот этом вот слева внизу какой-то цвет, я не знаю, коричневый или там коричнево-оранжевый, то есть на нем почему-то вот так, знаете, свечения вообще мало, может быть у меня там зрение минус 200, но вот в самом деле, то есть посмотрите на зеленый, который идет через одну, то есть через панаму, и то есть на наушники JBL, и вот на наушники JBL слева, которые в коричневой вот этой вот всей формочке, почему оно подсвечено по-разному, то есть, ну, как это происходит в самом деле, как все это надевается, возможно, что типа там есть, знаете ли, предметы, которые надеваются чисто на голову, чисто вот на все это, но в целом как-то все нагромождено, может быть, они хотели сделать какой-то минимализм, а получился какой-то, блять, юношеский максимализм, я не знаю, ну что это в самом деле такое, то есть куда, что, на... то есть лучше было бы, если бы они персонажа сюда добавили, и было бы понятно, куда ты там что надеваешь. А сейчас вообще, то есть, ну, возможно, в игре, опять-таки, хочу повториться, возможно, вы, хотя в смысле повториться, я первый раз это говорю, возможно, что в игре все это выглядит намного лучше, чем вот оно представлено на данном скриншоте, потому что тут сказать вот что-то такое, знаете ли, подробное нельзя, то есть просто Life Mobile написал, как вам. Ну, я так полагаю, что раз это рекламный пост, то Барвиха действительно хочет слышать, видеть вообще, как мне все это. И я хочу сказать, что мне все это не нравится. Вот, лично, знаете, такая моя вкусовщина, моя вот эта вот все придирка, мои вот эти вот все прочие вещи, мне вот все это не нравится в самом деле, потому что оно выглядит непонятно. Возможно, что в самой игре, или там, если бы они хотя бы какой-то видеоролик засняли, было бы, так знаете, более поприятнее, более понятнее. Сейчас, в данный момент, мне непонятно немного. То есть, возможно, там мистер Аллен потом расскажет, покажет, как там работает весь этот инвентарь, что там вообще происходит, потому что, ну, вот так вот, где вообще в самом деле, то есть, постоянно одна Барвиха. Барвиха, Барвиха, Барвиха. Барвиха то, Барвиха это, Барвиха делает вот то, Барвиха делает вот это, а по факту, то есть, ну, где Сан-Тропе? Что вообще с Сан-Тропе? То есть, Сан-Тропе, вот я даже сейчас, наверное, онлайн посмотрю в мониторинге, так, знаете, ну, это, типа, топ-2 проект, да, но при этом, если у Black Rush 10 тысяч онлайн, то у Сан-Тропе, понимаете ли, может быть, 6 тысяч онлайна, а тут, по факту, всего 1705, вот в данный момент, это, знаете, такой рабочий будний день, 12:25, и вот такая фигня вообще происходит, непонятно почему, возможно, понедельник, возможно, еще что-то, может быть, ну, хотя, вы знаете, у Black Rush это почти фул, и при том, что это КРМП, а это-то сам, типа, какого фига, какого хуя вообще все это происходит? На Барвихе онлайна вообще почему-то нет, то есть он не показывается, то есть 0 из 2885, так далее, то есть, ну, в самом деле, я не особо понимаю, но в целом инвентарь вот лично мне не нравится, но я не знаю, некоторые пишут, что это вообще с Аризоны все взято, при том, что от Аризоны тут вообще ничего схожего нет, я так понимаю, что они хотели сделать свое, ни под кого не косить, ни под кого не равняться, а так, знаете, сильно и независимо все это сделать, а по
факту сделали так, что все это выглядит как говно, по крайней мере на скриншотах. Опять же, хочу повториться, если в игре все это будет выглядеть намного лучше, то, разумеется, все будет намного лучше. Сейчас, в данный момент, я вижу, что как-то, ну, все не особо, не все не слава богу, в общем-то. И, то есть, ну, как на все это реагировать, что вообще сказать вот на вопрос, как вам, ну, мне так себе, типа, вот лично мне, ну, так себе. Я человек, который возвращен на Аризоне, который в целом понимает, что такое хороший мод, что такое вообще адекватное комьюнити, что такое вообще замечательные администраторы, то есть мне вот все это непонятно. Я не говорю, что на Боровихе всего этого нету, но в целом, если посмотреть на инвентарь на Аризоне и на Боровихе, это очень странно. Я понимаю, сравнивать GTA самповский проект на компьютер и GTA КРМП проект на телефон, очень странно. Но в целом, типа, инвентарь-то, его же можно сделать, типа, идентичным, или хотя бы персонажа показать, куда там что надевается, чтобы человек сам там мог, знаете, перетаскивать, надевать, все прочее. Сейчас, я так понимаю, все это делается так, что ты нажимаешь на какой-то определенный элемент одежды, в данном случае, видимо, головной убор, и оно сразу, типа, надевается, либо там еще какие-то вот эти вот все диалоговые менюшки выскакивают, говорят, мол, надеть, одеть, снять, все прочее сделать и так далее. То есть, ну, наверное, как-то так все это происходит. Опять-таки, Боровиха никакого видео не приложила, и я делаю эти новости с той вот стороны, что я вот, мол, знаете, такую игру, которая хочет где-то поиграть, которая хочет себе там, знаете, чего-то нового, и, то есть, не хочет ни в чем особо сильно разбираться. Вот я зашел, я увидел новость, я вот, они рассказывают то, что я вижу. То есть, если они задумывали не это, если они задумывали не то, если на самом деле все было по-другому, то, разумеется, типа, ну, это, наверное, их проблемы, да, то, что я вот в данном случае не понял. Однако, если тут есть игроки Боровиха РП, которые, знаете ли, понимают все намного лучше меня, которые играют на Боровиха РП дольше меня, и вообще, я хотя, вообще, знаете, на Боровиха РП не играю, не играл и никогда не заходил, там, знаете, парочку видеороликов у мистера Алина смотрел, но не более того, как вы понимаете, и все. И на этом все мое знакомство с таким проектом, как Боровиха РП, это дочерний проект Сан-Тропе Ролиплей, в какой раз я уже все это повторяю, то есть на этом все мое знакомство закончилось. Инвентарь на самом деле мне нравится не особо. В целом, наверное, да, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и там можете дизлайки поставить, я не знаю, можете подписаться на канал, можете отписаться от канала, у меня скоро там, знаете, 5000 подписчиков, все будет отлично, замечательно, круто. Заходите куда? На Аризону РП Феникс по айпишнику в описании, там же есть мой никнейм Данте Коннор, там же есть мой промокод NoToxic54, там же есть все прочие вещи, которые вас могут заинтересовать, и там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, заходите туда, там все это узнавайте, познавайте, рассказывайте, распространяйте, главное не наркотики, главное вот это вот все не делайте, и спасибо за просмотр, прослушивание, все прочее, до свидания, пока, увидимся тут же завтра, наверное, в 20:00, либо немного попозже, не знаю, пока, до свидания, до скорых новых встреч.